Жуть, у нас сегодня такие туманы. Такая вот интересная фигня с забором. И волки воют. Вообще просто кинговские такие истории. Я вот тут прям одеяло вожу. Прям туман-туман. Вообще. Альма приходит ложиться рядом со мной. Жать. А вот Веста... Веста говорит, что она не пойдет к нам. А две девки одинаково выращенные, да? В одних условиях, там, вместе. Одинаковое количество прогулок, всего остального. Но Альма, вот она, вполне себе... Конечно, тоже сейчас у нее новые люди, она такая... С интересом наблюдает, опасается немножко, но она приходит и более того она ложится. То есть она не просто там стоя хватает куски и пытается удрать. Нет, она приходит и вот ложится со мной рядышком здесь. Единственное, что если я пытаюсь как-то к ней подлечь, она пока уходит. Но в целом все равно. А Веста, все, Веста в будке. Мне бы надо Весту выловить и снять с нее ошейник, потому что она подрастает уже. Надо ошейник перестегнуть. Тем более, что я когда переводила, он туго затянутый был. Но Веста вот прям... Вестюш! Вестюша! Тут... А вот суперселфи. Только телефон мне не отхвати, пожалуйста. Так, специалисты, что может быть, когда у кастрированной кошки вдруг просыпается любвеобильность? Вообще раньше не была ласковой. А теперь вот, нет, она точно кастрирована. Наша врач Маша делала. Ну, как, стерилизована. Да? Не знаю, короче. Боковую Машку, по-моему, я делала. Вот. Да? Оська? Оська. Ой. Но она стала вот прям вообще ластиться, прям. Прям ластится, ластится. При этом еда у нее есть в доступе, вон она может спокойно достать себе цыпленка любого. Вот. Бери, ешь. Нет? Общаться пришла? Тут у меня перепелок украла с разморозки. Кошка, кошка. Она не родственница Ману совсем. Она мелкая, мордастая. Вот. И ее, она где-то местная, ее откуда-то здесь притащили. А Манулов я нашла, когда от Кимов ехала. Так что это с разных районов Ленобласти Манулы. Да, Коська, Коська. Коська, Коська. Вот такая. Кочка, дурочка. Ну, вообще прям все. Прямо сама общительность. Иди, не мешай работать, иди. Она от басара сейчас так трется. Вот, из пушей у нее тут кусачки любвеобильные какие-то. Прям весна у кошки. Ты... Что? У тебя не может быть гона. Нефиг тут. Просто скажи весна, просто захотелось простого человеческого тепла. Кошка. Как ее на вакцинацию ловить, так ее нету. Мы тут прививаем. Мы тут ее втроем ловили. Именно ловили, не то что уколоть. Уколоть-то ладно, как будто ее не поймать было, она не выходила. Сейчас к вакцине приезжаю, кошка не выходит. Я с вакцины приезжаю, кошка не выходит. А тут прям вообще. Иди. Иди, говорю, что ты ко мне приперлась. Иди. Занимайся своими кошачьими делами, мяу. Бармаглотушка. Бармаглотушка. Птичка. Покажи, какой ты грозный. Нет? Без последнего подсел. Ой. Да, вот такой. Подсел на цыплят. Прямо кролики не то. Крысы хорошо еще, но крыс сейчас нету.
И потроха меньше любят, а цыплята прям зашли, да, скажи? Хит сезона. Что? Что, страшная птичка? Там неприятно, просто не смотрите. Потому что тут бывают иногда какие-то странные претензии, типа, целые тушки. Конечно, целые тушки. Скажи, какие еще тушки я должен есть? Что-то у нас... Так, тихо. Нет. Нет, нельзя выходить, птички, нет. Куда ты пойдешь? Куда пойдешь-то? Так, у меня увеличение, ты ж маленькая. Куда ты решил идти? Что там на этой воле забыл? Да? Скажи, что там я забыл? Да. Тихо. Телефон мне куча. Слышь? Давай, не надо. Телефон мне куча. Снимала и буду снимать. Еще убираться буду к тебе ходить. Да. Вот так. Сейчас еще полный рост стану. Что, думаешь, что я низкая такая? Нет. Я сейчас как на ступеньку поднимусь. Да. Такой борзый, да? И что, говорит, там внизу? Сейчас, говорит, я тебя втыкаю. Нет, на самом деле, это не столько такой, сколько ему интересно. Он пытается про меня телефон отобрать. Атаковал бы он лапами. Телефон ему просто нравится, он хочет его забрать. Нельзя. Нельзя. Ай-яй-яй. Это замороженный цыпленок, передний замороженный. И такой. Там совы что-то щебечут. Пойду кормить. Да, бармаглотушка? Да скоро, скоро. Потеплеет, будем тебе вольер ставить, не переживай. Большой вольер для большой птички, да. Да, он здесь даже локти ударяет. Хотя тут длина довольно приличная, ширина 4 метра, она все равно умудряется. Так, цец, цец, прыг, прыг. Нет, не дам телефон. Ты жук, а? Жук, воровайка. Надо тебе игрушек побольше принести, да? А то скажи, ведро это интересно было, говорит, надо что-то. Так, нет, 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 не дам. Жук, не хищ. Не дам. Гриф, а? Гриф. Гриф, гриф. Бармаглотушка. Что ты мне, цыпленка принес? Хочешь поменять его на телефон? Нет, зайка, спасибо, конечно, но нет. Нет. Ты ж жук шкодный. Надо им попробовать, да, собачьи игрушки дать, если не зайдут какие-нибудь. Яркий, раз ему красный телефон заходит в чехол. Может, чем-нибудь такое зайдет. Он же видит только чехол резиновый. Так, вкусненько. Сейчас побольше ему положу, смотрю. Хорошо кушает. Хорошо кушенькаешь. Да. Оп. Все, ушел от меня. Вот такой большой. Не помещаюсь, говорит, тут в вашем вольере. Не рассчитано было под таких вот грифов. Гипогрифов. Вот мой хороший мальчик.